прошли все пограничники, таможни, билеты у нас проверили. Теперь мы сидим в зале ожидания, видим летное поле. Там вот дальше. Это летное поле. Такой большой зал ожидания просторный. Там кафешка есть. Очень приличная. Duty free у нас работает, в отличие от Германии. Там можно купить и парфюмы, и сигареты, и алкоголь, и очки. Цены приличные. Такой вот здоровый зал ожидания. Такие красивые потолки. И мы такие здесь красивые. Сидим, ждем наш самолет. Сейчас выезжает самолет большой. Это, по-моему, на Турцию. На Турцию здесь летают самолеты с Одессы по 3 самолета в день. Очень много было людей на Турции. Какой красивый самолет. Thank you for loss of